Всем привет! Часть экрана прикрывается шкафчиком и стенкой, поэтому не пугайтесь. Это я примастила, как примастила. Я хочу сегодня показать, какой я салат себе делаю диетический, малокалорийный. Ну, я надеюсь, что он малокалорийный, я потом посчитаю приблизительно. Яйца варятся. Просто я купила животики семги. Себе. У нас тут парень один, он сам солит, сам продает, но он не только, у него несколько точек, и я беру только у него, потому как, ну, знаете, мало ли кто там, кто откуда чего везет, сколько раз руками берет, поэтому меня очень устраивает, когда торгует именно он, и я беру именно у него. Именно на той точке, где он сам стоит. И у него, ну, такой неплохой выбор, неплохие цены. Так, как бы это все так срезать аккуратненько. Вот такие животики прям. Ах, я уже резать начала, надо было показать. Ну, такие толстенькие, жирненькие. Я, честно говоря, не помню, почем купила. Но у него очень хорошие цены. У него очень хорошие цены, поэтому я еще и за цену у него когда-то тормознулась. Ну и потом, когда я узнала, что это он сам делает, я стала у него покупать разную рыбку. Ну, он и мороженой рыбой торгует, свежей он не торгует, ну, в смысле, свежевыловленной. Это когда у нас там привозят свежевыловленную, но беру тогда в других местах. А так... О, яйца готовы, сейчас я их пойду как раз руки мыть. И вот я у него скупляюсь, в общем-то. Вчера я съела скумбрию, небольшой кусочек, и он может взвесить вам хоть одну, хоть один животик семги, не то, что там 4, допустим. Нам как бы и кусочек отрежет любой, с любого бочка, молодец, лишь бы покупатель шел к нему. И вот я вчера купила кусочек скумбрии у него, несколько брюшек семги. Это у меня будет несколько салатов, одно брюшко на один салат. И купила у него замороженный хек. Запеку. У него как-то он всегда, я обратила внимание, не перемороженный. Так, чтобы мои собаки не влезли, конечно, в мусорное ведро. Мне придется его сразу вынести, этот мусор. Может быть, там я не совсем на весь экран видна, но как смогла, так и примастила видео. Потому как я хочу поболтать, а не просто показывать там какие-то суперрецепты. Суперрецепта тут никакого нет. Когда я все это нарежу, я вам покажу. Ну, а так просто поболтаю и расскажу, что я решила сделать себе. Какой салатик. У меня есть зеленый чеснок, у меня есть зеленый лук. Я очень люблю травку. Мясо я ем крайне-крайне редко, если там, ну, в месяц или в два месяца раз съедаю в гостях, если меня, конечно, угостят перепелочкой или там вкусным маханчиком. Ну, конечно же, я не откажусь, когда это очень вкусное, качественное мясо или колбаска. А так, идти себе брать, я как бы, ну, как сказать, я не ем. И идти, я же не пойду, отрежьте мне две полосочки, естественно. Поэтому либо я не ем совсем, либо когда меня угощают вкусненькой, ну, конечно же, я угощусь просто попробовать. Значит так, сюда я, яйца у меня готовы. Сейчас я их выключаю. Пусть они остывают. Я положу сюда пол огурца, потому как целый огурец мне здесь не нужен. Целого огурца будет очень много. Я положу сюда половину помидора. Мне одной, если на целый салат, ну... Ну, не съем же я полкилограмма салата за один раз. А так, грамм 60 огурца, грамм 60
наверное, 50 помидора. Не в ту тарелку, ну да ладно, будет в ту. Хотела поглубже тарелку, но поместится. Я положу туда перец. Перца грамм 30 я положу. Свежего, сладкого. Опять же, там будет грамм 30 петрушки укропа. Грамм 30 зеленого чеснока и лука. Там будет граммов 7 маш пророщенный. Я проращиваю. Ну, собственно говоря, семги грамм 50. В общем-то, конечно, это будет... Я сейчас прикину. Грубо 150, 200. Ну да, 300 грамм, в общем-то, и получается. Это хорошая порция салата. Ем я без хлеба. Хлеб я очень изредка позволяю себе кушать. По утрам, если я разогреваю его с сыром, это буквально там, ну, максимум 20 грамм хлеба, но это максимум, это в день, и то не каждый день. 2 месяца я хлеб не ела совсем, ну, сейчас я могу его неделю не есть, потом там пару кусочков съесть. Хлеба тоже я ем очень мало, вот я сейчас режу чеснок, я потом покажу, как это выглядит красивенько и аппетитненько. И я делаю соус. Ну, я думаю, так многие делают соус. Ну, вот я делаю. Я наливаю масла, какие у меня есть растительные. Сливочного масла я не ем. Тоже уже достаточно давно. Я ем растительные масла. Ну, и какие у меня есть, я покупаю разные. Подсолнечное масло я обязательно держу. Базарное, ароматное. Я без него прям очень я его люблю. Я покупаю оливковое масло в магазине, я покупаю тыквенное, потом льняное масло, ну, в общем, я покупаю разные масла, какие попадаются. Сейчас просто они у нас с войной, не всегда есть такой выбор, какой хочется, поэтому не всегда и он у меня есть, этот выбор дома. Но как попадает, так и покупаю. Я живу одна. Мне хватает на очень-очень-очень долго. Что я делаю? Я смешиваю частями какое-то количество масла. Я смешиваю соевый соус и бальзамический уксус. Я сыплю туда соль. Так, зелень. Я сыплю туда соль. И все это очень-очень сильно взмешиваю, сколачиваю. И потом, когда уже поливать, ну тоже каждый раз я сколачиваю. Ну так, бутылочку делаю такую, грамм 150 в бутылочке. И потом пользуюсь этой поливкой. И сверху я сыплю кунжут белый-черный, сыплю семя льна, ну и маш, я говорила. Еще я могу кедровые орешки. Опять же, если кедровых орешков 200 грамм купить, ну, очень, больше 200 грамм смысла нет, потому как, ну, сидеть так наедаться, во-первых, это слишком калорийно, во-вторых, это, конечно, дорого. Ну, а 200 грамм, господи, на очень долго хватит, я не знаю, максимум, даже на полгода, наверное, хватит салатик по капельке подсыпать, когда какой-то салатик. Ну, я каждый день ем всякие такие салаты, но я сыплю туда то семя льна, то кунжут, не знаю, как показать, вот. Я высыпала в тарелку, в блюдце, и смешаю. Я просто потом готовую покажу. У меня нет цели прям показывать, как я делаю салат свой. Просто я расскажу и покажу готовый. Зелень я порезала, рыба уже готова. Маш. Ну вот он. Ой, упало зернышко маша. Он очень интересный на вкус. Мне нравится. Я его замачиваю, часов через 6 я уже начинаю его сыпать в салаты. У меня даже собака его очень любит. Но если через 6 часов маш можно есть с вот этой оболочкой, то если проходит, допустим, уже больше суток, зелени очень много люблю, то если проходит уже больше суток, лучше промывать маш так, чтобы корочки, вот эти верхняя оболочка, чтобы она снималась, что-то у меня там. Недостаточно места. Все понятно. Сейчас почищу. Простите. Забит уже телефон. У меня нужно сейчас заняться его чисткой.
собственно, салат готов. Сейчас я переключу его на обратную камеру. Пришлось отключить, почистить телефон. Так вот, сейчас я заканчиваю салат и покажу вам на обратную камеру. Переключу и покажу, как это все выглядит. И как раз взвешу. Я забыла еще сказать, что яйца же, ну, грамм 100 выходит на яйца. И, в общем-то, да, 400 грамм как минимум будет салата, как минимум. Поэтому вот так достаточно объесться. Ем я без хлеба, повторяю. Ну, практически без хлеба. Но это очень вкусно. Белки я заменяю бобовыми, всякими семечками, грибами. Я очень много грибов ем. Сейчас покажу свой салат. Вот какой аппетитный салатик у меня получился. Здесь всего 350-360 грамм с кунжутом, со всеми присыпками. Яйцо я положила все-таки одно. Очень много. В одном яйце 50-55 грамм, такое среднее яйцо. Поэтому, ну, многовато получалось. А это как раз сейчас я... Как раз моя порция, мой размер. И это не слишком калорийно. Сейчас уже обед. Потом я уже буду есть вечером, поэтому... В свои 1200 калорий я уложусь нормально за сегодняшний день, может чуть больше. Я позволяю себе до 1500, но не всегда. Поэтому я немного еще и вес сбрасываю. Ну все, приятного мне аппетита. Приятного вам аппетита, если захотите повторить за мной сей подвиг. Да, я там рассказывала соус, я еще ложу рисовый уксус к этому соусу. То есть где-то по столовой ложке, допустим, если ложить бальзамический уксус, соевый соус и рисовый уксус по столовой ложке, то тогда 3 столовых ложки нужно влить в вашей смеси масляной. Ну, либо просто растительное масло какое будет. Либо смесь, как я. И, ну, можно специи какие-то, если есть желание. Я, кроме лаврового листа, никаких специй не ем. Ну и все, и 3 щепотки соли в этот раствор. Все это всколачиваю, оно прям вспенивается. И поливаю. Когда стоит в шкафу, оно, конечно... оседает, ну, перед поливом, конечно, можно еще раз потом всколотить. Ну, все, всем пока, подписывайтесь, лайкайте, всем приятного аппетита!